Друзья, всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Исцеления. Для чего нам нужен сон? Сон нас восстанавливает, он нас наполняет. За ночь мы высыпаемся и творим дела. Но бывает много факторов внутренних и внешних, которые мешают нам выспаться, погрузиться в более глубокий сон. И один из факторов – это мобильный телефон. Да, обычный смартфон. Как бывает в большинстве случаев. У нас находится тумбочка в изголовье, и мы заводим будильник, кладем смартфон на эту тумбочку и засыпаем. И телефон в процессе нашего сна вырабатывает вибрации, негативные вибрации, и тем самым не позволяет нам погрузиться в более глубокий сон, выйти на более глубокую фазу сна. Что в этом случае я рекомендую? Телефон убирать в сторону на 3-4 метра от вас и заводить обычный будильник, механический будильник. Если такой возможности нет, можно выключать телефон, но даже выключенный телефон излучает вибрации. Есть еще другой, более сложный способ. Это фольга. Мы завели будильничек и уложили его в фольгу. Вот, просто скручиваем. Фольга практически не пропускает никакую информацию, никакие биты не попадают в наше энергетическое поле практически. Вот так вот закрываем. Да, это сложно, это непросто. Можете оторвать кусочек фольги для постоянства и вот упаковывать так свой телефон. Ну, друзья, посмотрите, при помощи биорамочки мы проверяем телефон, наличие вибраций. И теперь упаковываем приготовленную фольгу. Все закрыто, все упаковано. Все отлично. То есть телефон в фольге не излучает, не излучает. И вы почувствуете на определенном этапе, что у вас стал лучше сон, вы стали бодрее, наполненнее. Конечно, много других факторов, которые влияют на качество сна, но этот фактор очень важный. Очень важный. Либо механический будильник, либо телефон убираем подальше, либо упаковываем его в фольгу. Вы нормально все услышите, будильник будет петь, кричать, просто распаковали. Конечно, с утра после пробуждения там все разорвется, все очистите, но зато у вас качественный сон. Качественный сон, обязательно. Либо фольга, либо будильник, либо убирать телефон подальше. Друзья, пользуйтесь этой рекомендацией, берегите свой сон, глубже погружайтесь фазу сна, восстанавливайтесь и творите дела.